Все, сейчас будет, смотри. Да. Сьогодні 25 червня, це в ніч на 25 червня масована атака по території Російської Федерації. Три десятки безпілотників, пане Романе, летіли в Білгородську область. Тут бачимо, є багато влучань. Загалом Білгород і Курськ зараз активно під ударами. Наші бійці також, є вже повідомлення, били і хаймерсами по Курській області. Ну і бачимо, тил ворога на Харківському напрямку також б'ють. Трансграничные области России точно будут под ударом на глубину наших дальних средств поражения, радиусов боевых, какими можем достать. Белгород – это одна из основных сейчас, один из основных российских бастионов, который готовит, удерживает, подготавливает российские войска для переброски их потом в сторону Харькова, Харьковской области. Естественно, удары будут идти по местам рассредоточения российских войск, инфраструктурным объектам, которые питают эти военные объекты, являясь сами уже военными объектами. Это в основном энергетика. И системы связи, командные штабы, то есть и командные пункты, штабы и системы дислокации российских войск. То есть это... уже рутинная задача наших спецслужб, наших сил спецопераций, вооруженных сил Украины по уничтожению россиян еще до того, как они подойдут к границе Украины. Это как раз создание той демилитаризованной зоны, так называемой, которая нам нужна для обеспечения безопасности нашего кордона. Пока по земле эти вопросы выполняются дальними средствами, то есть в зависимости от того, что есть на данный момент. Это беспилотники, это ракеты, это артиллерия, это группы наши диверсионные, которые заходят, выполняют минирование или подрывы российской техники. То есть это целый комплекс мероприятий, которые выполняют наши вооруженные силы уже на российской территории. Глубина, ну, в зависимости от радиуса, боевого радиуса средств поражения. Наших глядачів відразу хочу попросити поставити гарний масний лайк, підписатися і прокоментувати, ставити запитання нашому військовому експерту. Що хочу далі сказати, пане Романе, що в Підмосков'ї трапилась потужна дуже пожежа, яка безпосередньо впливає на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Про що я кажу? В Підмосков'ї є населений пункт Фрязіно. Там знаходиться науково-дослідний інститут «Платан», який вперше чергу, не в останню чергу, зокрема, розробляє виробництво радіоелектронної боротьби, РЕБА і все, що потрібно для окупаційної війни в Україні. Відомо наступне, що там було 5 тисяч квадратних метрів пожежі, росіяни піднімали гелікоптери, мінімум 2 для ліквідації пожежі, 9 з 9-8 інструкторів-інженерів загинуло, ну, тобто дуже і дуже потужна пожежа. На Платане производились основные части для радиоэлектроники систем слежения. То есть это для радиолокаторов, радиотехнических войск России. Это ПВО основные, то есть это базовые, некоторые базовые части, которые нужны, допустим, для выполнения этих задач. Потому, естественно, этот завод, это можно сказать завод, понятно, что он под эгидой института действует, но это конкретный завод по производству основных плат и основных механизмов для радиоэлектроники, для РТВ, российских радиотехнических войск. Естественно, он должен был быть уничтожен. Механизмы уничтожения разные. Прямое, либо, допустим, с помощью некоторых групп, которые выполняют такого рода задачи. Но вот мы уже видим и завоевание превосходства в воздухе, оно продолжается в том числе и на производство самих российских систем. Я думаю, будет масштабироваться эта работа. Это, скорее всего, наши спецгруппы, то есть разведка, либо служба внешней разведки, главное управление разведки, силы спецоперации, это может быть и контрразведка службы безопасности, либо это группы внутреннего сопротивления, которые инициированы, может, нашими разведгруппами, либо по инициации уже внутренней, то есть в зависимости от тех задач, которые они сами себе рисуют.
Пане Романе, також є серйозні зміни в керівному складі військовому наші. Зеленський підписав укази, про це ще поговоримо. Зараз по підтвердженнях. Є підтвердження вже від нашого генштабу про те, що удар 21 червня по Єйську і підприємству, заводу, яке виготовляло безпілотники, є вже лік, що було ліквідовано. Як мінімум, кажуть наші ВМС, було знищено 120 вже готових, я так розумію, безпілотних літальних апаратів. Да, в основному это залы, это орланы, то есть это часть шахедов, которые там находились, производились и находились как раз перед запуском. Потому для нас было важно уничтожить именно склады, то есть так как мы пока еще полностью не можем контролировать, не можем достать до систем производства россиян, они у них глубоко в тылу. У нас еще нет такого рода большом количестве такого рода беспилотников. Потому оптимально это, конечно, уничтожать в местах пуска или местах складирования недалеко от линии боевого соприкосновения. Вот было вычислено это место, доразведано, подтверждено нахождение. После этого было принято решение на уничтожение. Выполнено. Вот сейчас уже есть подтверждение выполнения боевой задачи. Как минимум больше сотни безпілотників наше небо коптити вже не буде. А якщо говорити про Крим і підтвердження ударів за 23 червня в районі Євпаторії, пане Романе, ми з вами говорили, якщо пригадують наші глядачі, про враження військового об'єкту в селі Вітине. От, власно, згідно з їхніми даними, там розташований 40-й, був розташований 40-й окремий вимірюваний комплекс, центр дальнього космічного зв'язку, і також по супутникових знімках видно, що є як мінімум три загоряння, тобто теж також є влучання. Мы несколько раз иногда, получается, говорим об одном и том же, но дело в том, что при нанесении удара идет информация неподтвержденная, то есть идет только предположение, потом идет подтверждение от россиян, мы его еще проговариваем, и уже после того, как идет уже непосредственное подтверждение наше, мы также уточняем те позиции, которые были поражены, потому в этом ничего страшного нет, что мы несколько раз повторяемся практически. Но это именно так, кстати, действуют те же спецслужбы. То есть сначала идет разведка, доразведка, корректировка, удар, потом подтверждение выполнения удара, причем подтверждение как минимум с 3-4 разных источников. Вот мы примерно так же раскладываем все эти механизмы. Для чего? Для того, чтобы понимать динамику выполнения боевых ударов, их подтверждение и потом уже принятие как свершившийся факт. Это оптимальный вариант для того, чтобы не планировать какие-то другие, допустим, действия, связанные с этими же об'єктами. Пане Романе, і про гучні зміни, звільнення і новопризначення. Після ставки вчорашній Володимир Зеленський, президент України, звільнив Содоля Юрія з посади командувача об'єднаних сил Збройних сил України. Довгий там шлейф історії з цим Юрієм Содолем. Останнє, що відомо, це начальник штабу Нацгвардії Азов Крутович написав ДБР заяву, мовляв, власне, коли керував цей Содоль, то було втрачено немало територій і втрачено немало наших військових. Ну, от Зеленський звільнив Содоля. Наскільки я розумію, він його звільнив з посади командувача об'єднаних сил, але залишив керівником ОСУВ Хортиця. Так как принимают решения, кадровые решения, допустим, командиры, то по большому счету эти решения, они ж не проговариваются. То есть принято решение, в армии так действует, принято решение о назначении или снятии, оно выполняется, берется под козырек, выполняется. Причины такого рода действий, они не всегда выходят в информационное поле и не должны выходить. А тем более не должны генерироваться там политиками или еще кем-то. Я думаю, есть какие-то реальные причины, раз принято это решение. Дальнейшая, допустим, судьба или дальнейшие действия, они будут зависеть уже от вновь назначенного командира, который будет выполнять такого рода задачи, это как минимум. Назначили, в принципе,
с хорошим военным бэкграундом генерала, который будет на своем месте. Я думаю, по крайней мере, в ближайшее время мы это увидим. Но это проблемы того принятия решения, которое мы с вами говорили в свое время. Это снятие Залужного его команды. Смена команды никогда не происходит сразу в положительную сторону. Потому что если уходит там, 15, больше 15 генералов с главкомом, то пока новая команда не слетается, я так бы сказал, то есть пока новая команда на вертикальных, на горизонтальных связях не устаканится, вот эти замещения тоже проговаривали с вами, это не первое и не последнее называется, это команды в мирное время годами иногда формируются, ну, в военное время, может, месяцы, но это не недели, то есть это месяцы до полугода, может, ближе к осени, там, к концу лета команда уже сформируется. Вопрос, кто ее формирует? Здесь очень важно именно это. Если ее формирует главком, это один вариант, а если ее формирует команду политики, так это может и десятилетия длиться, она не сформируется. Здесь очень большая проблема. Именно в генераторе формирования новой команды. Потому, ну, в ближайшее время мы это сразу на поле боя, или, по крайней мере, вот в определенном информационном потоке, мы это, естественно, услышим и узнаем. А проблемы, которые в тот же Кратевич, по крайней мере, информационный поток запустил, или те проблемы, которые мы постоянно слышим и от политиков, и от военных, связанных с армией, они базовые, это базовые проблемы той ошибки в свое время, ошибки структурной, которая была совершена еще и в течение, наверное, последних 20 лет. У нас армия, во-первых, отсутствует сейчас юстиция военная. Ну, отсутствует. Ее угробил Порошенко, пытаясь с Матиосом бороться. Так лучшего не нашел, не с Матиосом боролся, взял, поборол военную юстицию. У нас нет сейчас реальных военных следователей, дознавателей, прокуроров, судов и так далее, и тому подобное, которые вообще бы разбирались в военной тематике. Это все передано в гражданскую юстицию. Это небо и земля. Гражданская юстиция судит тех, кто убивает, а военная юстиция судит тех, кто отказывается убивать. Это разные полюса. И это основная проблема. То есть юстиция. Вторая – это размытость профессиональной кадровой армии. За счет мобилизации, особенно за счет принудительной из-под палки мобилизации, у нас практически на данный момент не существует кадровой профессиональной армии. Почему она размыта тем количеством людей, которых пособирали на улице и втолкнули в этот поезд под названием «Вооруженные силы Украины»? А это так не работает. Естественно, увеличивается для того, чтобы эту толпу людей, а реально толпу, это не военные, это толпа людей, которых пытаются поставить строй для того, чтобы как-то ими управлять, пришлось усилить уголовную ответственность за выполнение или невыполнение определенных действий. Естественно, это производит к обратному эффекту, когда уже профессиональные военные не хотят идти в эту армию. То есть это, получается, создали из толпы людей для того, чтобы ими управлять, создали концлагерь, рабство практически. Естественно, профессионалы делают все, что угодно, чтобы только уйти, потому что в такой ситуации выполнять боевые задачи очень сложно, практически невозможно. А профессионалы – это как раз очень хорошо, это в этом кадровики, которые с 17 лет в армии, они прекрасно понимают, что такое профессиональная кадровая армия, что такое это толпа любителей с автоматами. Это две разные разницы. Естественно, в такого рода армию никто идти не будет. Даже в рекрутинговые центры, в прямые, так сказать, прямой рекрутинг, так называемые бригады. Никто не хочет попасть в концлагерь безвыходно, то есть билет в один конец. Потому нам надо сейчас, имеется в виду нам, это Украине, надо инициировать снятие уголовной ответственности за военное преступление. Ну, как шаг, как, по крайней мере, первый шаг, то есть снятие уголовки. Почему? Потому что
Реально, допустим, тот же Кратевич пишет, ну, много уголовных дел по командирам рот, командирам бригад, по, причем инициированных, по большому счету, старшим начальством, которые заканчиваются большими сроками посадки и так далее и тому подобное. А командиры рот, которые, во-первых, некоторые вообще никогда в армии толком не служили, то есть которые не могут иногда выполнять свои задачи по профпригодности или профнепригодности, они попадают под серьезные расследования с большими сроками, и в конце концов человек становится из обычного гражданского, становится через военную стезю уже серьезным арестантом. И вот это все останавливает, то есть практически остановлено прием в армию и сама система набора профессионалов в наши вооруженные силы. Это надо, вот с этой стороны надо подходить. Не менять, опять бездумно иногда, менять командиров, а саму систему, подготавливать базу для того, чтобы, чтобы вооруженные силы Украины начали, продолжили идти профессионалы, мотивированные, профпригодные кадровики. Пане Романе, хотів би згадати ще зустріч Путіна і Кім Чен Іна в КНДР. От є вже реакція наступна Держдепа Сполучених Штатів Америки, тому що в Конгресі пропонували визнати Росію країною спонсором тероризму. Так от, посилення санкцій, кажуть в Держдепі, ефективніше за визнання Російської Федерації спонсором тероризму. І вони, один з аргументів, наводять, що будуть проблеми з гуманітарними допомогами, якщо Росію визнають спонсором тероризму. Самые лучшие санкции – это санкции Малюка-Будана. Вот они работают, когда идет уничтожение российских отраслей, которые работают на военную промышленность России, вообще на военку российскую. Вот это санкции. А то, что говорит Госдеп, Белый дом, это попытка и рыбку съесть, и на Путина сесть одновременно, еще и попрыгать для удовольствия, называется, рассказывая какие-то сказки о том, что гуманитарное право где-то будет нарушено. Да россиянам только шару какую-то дайте, они сами разнесут по всей России, потому это вообще не проблема. А то, что Белый дом, непосредственно Байден, уже в сговоре с россиянами по разным аспектам. Один из них – это вот именно непризнание России террористической организацией, хотя все признаки налицо. Сотни тысяч убитых украинцев. Какие еще признаки надо? Миллионы нужны для того, чтобы Российскую Федерацию признать террористом. То есть здесь видно вот это прямая заинтересованность, еще раз повторюсь, этой байденовско-обамовской администрации для того, чтобы, не дай бог, Путину не наступить на мозоль где-то. А сказками про гуманитарные механизмы это они прикрывают как раз вот это, такого рода договоренности. В чистом виде государство спонсор терроризма, причем само в этом призналось. ЧВК «Вагнер» было признано террористической организацией, Путин конкретно признавался в том, что он финансирует эту террористическую организацию. Что еще надо для того, чтобы признать государство спонсором терроризма, российское государство? Ударит по себе любимым, вот где проблема. То есть торговля с Россией, не только, естественно, Соединенных Штатов, а во всех причастных к этому действу, к столованию в России, в российских углеводородах в том числе, естественно, именно это и останавливает. Ну и еще, может быть, какая-то будущее сотрудничество, видение каких-то процессов, которые не дадут возможность совершиться, если будет Россия признана спонсором терроризма. Пане Романе, також про США далі поговоримо. Заява про те, що повинна робити Україна, стратегія загалом успіху України у війні проти Росії, на думку США. Найцікавіше, що це висловила не перша особа держави, а це є помічник державного секретаря США у справах Європи та Азії, посол Джеймс О'Брайен. Ось ця особа. Він сказав наступне: для успіху України у війні необхідно передусім позбавити Російську Федерацію можливостей просуватися на сході, каже О'Брайен, і використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків. У підсумку, загалом, він каже, що крім того, зазначив цей
Департамент США. Визнання успіху України також полягає в тому, щоб вона, зрештою, могла контролювати всю свою міжнародно визнану територію. Ну, це все добре сказано, але чому, каже якась така особа, вибачте, при всій повазі, там третього ешелону? Ну, это, скорее всего, пытаются вбросить для проверки обратного эффекта. Ну, то есть это вбросы, так называемые, для снятия температуры по больнице. Это происходит у нас так же само. Помните, мы недавно говорили, что один из послов наших, по-моему, Сингапура, в Сингапуре зарядил информационное пространство о том, что Украина рассматривает возможности побывать на китайском саммите мира, организованном китайцами. Это вот вброс такой для того, чтобы посмотреть, чтобы не сразу били, допустим, по канцелярским крысам, а вот таких малых крысенышей запускают где-то вдалеке, для того, чтобы они этот вброс сделали. Здесь та же самая картина. То есть примерно запускается, на посмотреть называется, как отреагируют. Да плохо на это надо реагировать. Почему? Потому что вот такая концепция, дать нам что-то, чтобы мы удержали россиян от продвижения, это значит практически подставить Украину под капитуляцию. Именно под капитуляцию, потерю наших областей, потерю наших земель. Если уже что-то давать, так надо давать для того, чтобы уничтожать российскую армию на российской территории в том числе. И F-16 нужны. Это ж не для того, чтобы остановить продвижение, а для того, чтобы уничтожить российские объекты, находящиеся, допустим, на дальностях в 900 километров. То есть это от Энгельса и дальше еще. Нужны ракеты, джазмы и так далее и тому подобное. Потому такие вбросы, это реальный вброс. Для того, чтобы посмотреть, а насколько минимально, допустим, можно, как можно уменьшить ту помощь, которую должны уже получается должны согласно закону американские власти Белый дом нам, допустим, передавать. Мы видим уже уменьшение. Помните, с 1 миллиарда сейчас уже помощь 100 с чем-то миллионов. 10 раз уменьшили помощь Украине. Это только для того, чтобы вот, ну, не дать где-то как-то россиянам куда-то продвинуться на востоке, но дают россиянам продвинуться до границ Донецкой области. Это уже четко понятно. То есть недостаток вооружений, уменьшение поступлений, то есть уменьшение помощи с миллиарда до 100 с чем-то миллионов. Это как раз возможность россиянам выйти на границы Луганской и Донецкой области. Вот, по крайней мере, то, что видно, исходя и от земли. Если смотреть то, что делается на земле, не витается в облаках и не выбрасывается в информационное пространство, на земле мы теряем Донбасс на данный момент. И в ближайшее время россияне увеличат давление по некоторым позициям. А как раз для этого нам надо, как говорят вот американцы, ну это, естественно, в кавычках, нам надо всего лишь то, чтобы как-то задержать россиян, попытаться задержать на Восточном фронте. Ну, спасибо большое, конечно, за такую помощь. До речі, та, от ви згадали, сьогодні мають оголосити пакет допомоги Сполучених Штатів Америки, там він на 150 мільйонів доларів. Зважаючи, яка зараз ситуація на фронті, очевидно, що це буде вкрай мало для того, аби тримати фронт. Пане Романе, та справді біля очеретиного зараз дуже складна ситуація. Наші бійці кажуть, що пруть вони дуже сильно в напрямку траси Покровськ-Костянтинівка. Серед наших союзників, зараз ще по фронту згадаємо, Іспанія передає черговий пакет, і там такі необхідні для нас є ракети для комплексів «Петріот». Это уже следующий, ну, это вторая часть пакета, или один, или там второй, неважно. Это очередной пакет. Испания, мы несколько раз говорили, испанцы молодцы, они поставили, сейчас ставят производство ракет ПАК-3 для патриотов, это противобаллистические ракеты, это расходники. Расходники, которые в основном будут использоваться для уничтожения основного вида ракет, это баллистика. Вообще в этой войне уже понятно, что легко сбиваются крылатые ракеты и очень тяжело сбиваются баллистические ракеты. И для уничтожения основных средств, то есть баллистики, надо достаточное количество как самих патриотов или там СМТ, как самих комплексов слежения и пусковых установок, так и расходников. То есть ракеты – это расходник. Потому испанцы молодцы, наперед смотрят. Но с этим пакетом, скорее всего, будут переданы еще и «Леопарды-2»,
и очень большая номенклатура другой техники. Испанцы нам очень сильно помогают. Скорее всего, это подключились испанская корона, так называемая. Там есть серьезные последователи монаршего дома, довольно-таки состоятельные люди. Испанская корона сотни лет была одним из основных держателей богатств европейских, и, скорее всего, что-то еще в кубышках осталось. То есть поскребли по сусекам, и это, естественно, говорю с положительной риторикой. То есть поскребли по сусекам, и, естественно, мы получаем от Испании достаточно большое количество военных систем. Помните, в свое время испанцы начали нам передавать в большом количестве те же «Хоуки», которые у них стояли, пылились, они тут же их поставили в строй, нам передали, «Хоуки» до сих пор работают. Это предшественники «Патриотов», если так по шкале времени разбросать. То есть испанцы очень много нам помогают, конечно, большое спасибо испанскому народу, испанской короне за это. Пане Романе, по фронту, що відомо, що наші оборонці розбили серйозну колону техніки і живої сили ворога в районі Мар'їнки. Ми з вами неодноразово згадували, це є населений пункт Георгіївка і поруч є Побєда. От, власне, вони пішли в напрямку Побєди. Ви неодноразово вже розповідали, що це непростий і важкий плацдарм ведення бойових дій. Так от, мінімум 5 танків було ушкоджено, знищено, бронемашини і живу силу. З Побєди, очевидно, я так розумію, вони рухались про те, що ви казали, та, аби зайти в тил Вугледару. Да, они пытаются перерезать одну из нитей в сторону Угледара. Это на вот с Константиновки чуть севернее, это там они пытались двигаться. Идет на Угледар, а дальше, естественно, у них задача, конечно, выйти на Курахово. То, что россияне сейчас уже колоннами двигаются, продолжают, по крайней мере, это движение, говорит, это подтверждает то, что мы с вами несколько раз говорили. Подошли резервы российские ближе к линии боевого соприкосновения. Со 100-километровой до глубины они подошли уже где-то на 30-километровую, если так вот посмотреть по карте, где-то от Волновахи до Горловки через Донецк расположено примерно около сотни, 90-100 тысяч россиян сейчас как раз, и техника, они технику подтянули. И вот мы видим эти колонны, которые уже формируются, пытаются двигаться по основным направлениям в сторону Покровска, то есть это движение на Курахово, через Георгиевку, Маленька, Георгиевка, Курахово, это дорога прямая, а дальше с Курахово движение в сторону Селидова и Покровска, ну, по крайней мере, одно из направлений, еще одно, это Черетинское тоже на Покровск, только севернее, ну, а на Карловке, скорее всего, не упрутся все-таки в Карловские водохранилища, и пока не обойдут нашу Карловскую группировку, они дальше не продвинутся, там довольно-таки серьезный перепад высот, буквально сразу за Карловкой, восточнее тут же идет подъем на несколько десятков метров по высотам. Этот подъем они сходу не преодолеют. Я думаю, как раз один из вариантов – это нашим войскам отойти на правый берег Карловских водохранилищ и дальше удерживать россиян на этой высоте. Мы посмотрим, как будет разворачиваться событие. То есть там есть генералы, которые оперативного уровня, Содоль в том числе, которые разбираются в этой ситуации. Пане Романе, якщо говорити про от напрямок, який ми згадували, Торецьке, так, це Шуми і Північне, просування ворога. Як ви вважаєте, наскільки це є успіх для окупантів? Тому що от кажуть, що там оборона, та й ви казали, пригадую, що Торецьке є таким от хорошим підвищенням рельєфним. За задумом мали би значно більше, кажуть так бійці, знову ж таки, росіяни мали би значно більше втратити живої сили, техніки, сил та засобів при такому просуванні. Ну, в этом и есть вопрос. Действительно, ну, высота сама себя не обороняет, конечно, то есть для этого нужны части, правильно расположенные воинские, достаточное количество сил, средств в этом направлении. А вот россияне воспользовались неграмотно проведенной ротацией. Вот движение со стороны Горловки на Торецк, они его отследили. То есть ротационные механизмы, они заметны, подготовка к ротации заметна. Они отследили, в момент выхода одной части еще не зашла другая. В это время провели такой маневр. То есть, ну, это было запланировано с их точки зрения, это понятно.
То есть, но тем не менее, маневр удачный. Они ближе подошли к торецу. Торец действительно, если его оборонять грамотно, то его очень сложно взять сходу со стороны Горловки. Почему россияне Торецк за 10 лет практически ни разу в ту сторону Торецка не двигались? Из-за этой причины сложно. Господствующая высота, там подходы довольно-таки сложные со стороны Горловки. Это со стороны, допустим, той же Клещеевки, Андреевки, с севера там чуть попроще, или, допустим, со стороны Константиновки. Это если россияне прорвутся с Очеретина на Константиновку, там проще заходы. А вот с Горловки на Торецк практически, ну, очень сложно, по крайней мере, выполнить такие боевые операции. Вот только в таком случае, когда практически пустые позиции. То есть россияне зашли на пустые позиции практически. Отвели одни части, вторые не зашли. Это вопрос, это вот как раз вопрос к командованию и к принятию решения, к профессионализму тех командиров, которые на этом участке фронта за него отвечали. Это может быть та же проблема, о которой я говорил, не кадровые военные, не кадровые, то есть мобилизованные, либо из-под палки мобилизованные, просто непрофпригодные по разным позициям. Ну, нельзя со всех сделать военным, поверьте, не получается. Как со всех нельзя сделать поваров, хирургов, летчиков и так далее и тому подобное. Не со всех получается военные. Военные – это определенная каста, причем она генетическая, я бы так сказал. Она связанная с определенными законами развития общества, и не больше там 1% от общей популяции может быть военными. И вот когда в этот, вернее, не в этот 1%, а когда в воинские части, особенно на командные должности попадают люди профнепригодные, по вот этим как раз причинам происходит вот такая беда. Но купировать можно это, то есть если будет сейчас достаточное количество туда выделено дополнительных сил, средств, купировать это попытку россиян, выползок этот российский, его, в принципе, можно купировать. Может быть, нет смысла, допустим, их отгонять обратно, угу. Но, по крайней мере, остановить на этой позиции там возможно. Пане Романе, от під час нашого запису з вами з'явилася інформація, що ДБР прийшли до депутата Миколи Тищенка і повідомили про підозру за фактом подій в Дніпрі, нібито незаконне поневолення людини. Там довга історія. 20 червня в Дніпрі він там за підтримки своєї охорони і чинних військових, поліцейських, які начебто не мали взагалі права діяти на території Дніпра. Ну, історія загалом кричуща. Як ви вважаєте, чи може завершитися історія з врученням підозри народному депутату? Ну, вот здесь было сразу видно, причем на видео хорошо это показано, как действуют частные военные компании. Вот это в чистом виде там малая частная военная компания, в которую напичкана бывшими там военными или действующими полицейскими. Вот частная военная компания, которая привлекла действующего полицейского для выполнения незаконных функций. То есть вот почему частных военных компаний не должно быть. А если они хотят сильно воевать, так у нас линия фронта 1500 километров. Ради бога, вон вперед в любое ТЦК, в любой рекрутинговый центр. Идите воюйте вместе с Тищенко, кстати, туда же. То есть отдать ему в управление, допустим, какой-нибудь типа Торецка, не дай бог, конечно. И вот со своей частной военной компанией обеспечивайте там 10 километров фронта, удерживайте, и там навоюетесь до второго пришествия, если с этой точки зрения говорить. Почему не должно быть ни в коем случае никаких частных военных компаний? Даже идею эту надо похоронить. Она сейчас опять начинает раскручиваться в Верховной Раде вот такими же Тищенками. Зачем Тищенко, частная военная компания, просовывать ее через Верховную Раду, для того, чтобы ее иметь у себя. И вот таких Тищенок будет не одна сотня, а то и тысяча, у которых будет свои тысячи частных военных компаний, которые будут привлекать кого угодно, куда угодно, под любые цели. И это тогда будет не государство, это будет тогда руина, которую не россияне сделают, а именно вот такие частные военные компании с Тищенками вместе. Тищенко я это имею в виду в кавычки, то есть как нарицательный образ, без личностных каких-то претензий. То есть, если у ДБР возник вопрос по видео или по совершенным
преступлением однозначно они должны прийти и вручить подозру, а дальше эта подозра уже приведет к каким-то действиям, ну, как минимум к расследованию этого вопиющего инцидента, связанного с частной военной компанией имени Тищенко. Ну, а уже дальше суд скажет о том, були ли там какие-то противоправные действия. Пане Романе, дуже дякую вам за це зведення. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні 25 червня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.